Год 2005, 8 мая. 60 лет назад закончилась Вторая мировая война, одна из самых страшных в истории человечества. И в эти дни Европа широко отмечала эту знаменательную дату. Отмечали ее и в Германии. Здесь, в Берлине, 9 мая 1945 года в 00 часов 43 минуты был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Европа была освобождена от нацистской тирании. Так получилось, что именно в этот день работала в Берлине наша экспедиция. И, конечно же, мы не могли не снять митинг в Трептов-парке и праздничное шествие на главных улицах Берлина и Бранденбургские ворота. В эти дни они были такими же, как 60 лет назад. Группа немецких художников создала огромную панораму, лежащую в руинах столицы Германии. В центре инсталляции – осыпающиеся прусские ворота. Рядом – разбитые фольксвагены, упавшие колонны и груда камней, что была когда-то Академией художеств. Накануне вечером, в канун 60-й годовщины празднования победы над фашизмом, мимо панорамы прошли 50 тысяч берлинцев. В руках у них были зажженные свечи. Девиз юбилейного шествия «Скажи нет войне, расизму и правому радикализму». Шествие продолжается и сегодня. В центре Берлина тысячи людей, всюду транспаранты с антифашистскими лозунгами. А впереди, на Александерплац, собрались неонацисты. По официальной версии, их было 1500, по свидетельству очевидцев, около 5000. Попасть на место их сборища нам не удалось. Все подходы к площади перекрыла полиция. Полицейские вооружены водяными пушками, у многих под рукой служебные собаки. Задача – не допустить столкновения демонстрантов с неонацистами. Через несколько часов после начала шествия стало известно – полицейские кордоны с поставленной задачей справились. Ничего страшного в этот день на Александерплац не произошло. А у памятника воинам советской армии в Трептов-парке митинг. И кого здесь только нет. А вот участников последней мировой войны сегодня мало. Многих уже и на свете нет. А те, что живы, больны и немощны, и не каждый может прийти. Мне особенно запомнился молодой человек с небольшим плакатом на груди. 8 мая. Спасибо. Вот что там было написано. И адресовано это спасибо советским воинам, освобождавшим Берлин. Признаюсь, я подумала, это наш соотечественник. И ошиблась. Этот парень из Магдебурга. Он приехал в Берлин вместе с женой и маленьким сыном. Он считает своим долгом приезжать сюда каждый год. А теперь вернемся к нашей основной теме – теме сохранения русской культуры в русскоязычной диаспоре за рубежом. В Берлине мы встретились с руководителем общества «Митра» Мариной Прониной. Это общество русскоязычных родителей и педагогов Берлина. Создала его 12 лет назад Марина Пронина. Она и автор многих его проектов. Занимается «Митра» проблемами интеграции в немецкое общество русскоязычных семей с детьми-школьниками, адаптации их к новым условиям жизни. Сама Марина эмигрировала в Германию из Ростова-на-Дону. Она историк, кандидат наук, а кроме того, закончила училище искусств, отделение истории и теории музыки. А еще она очень энергичный, деятельный человек. И все, за что берется Марина Пронина, получается. И получается прекрасно. Кажется, ничего в жизни она не умеет делать плохо. Вот с одним из результатов ее активной деятельности мы познакомимся сегодня. Это двуязычный детский сад «Умка», один из самых больших проектов общества «Митра».
И прошло довольно долго времени, много времени, пока мы не начали задавать себе вопрос, почему же все-таки наши дети недостаточно хорошо в Германии адаптируются, с чем это связано. И как педагоги, анализируя эту ситуацию, мы поняли, что речь идет о том, что дети находятся в психологическом дискомфорте, если они только нацелены на адаптацию в Германии, и их вторая частичка, их вторая половинка, вот русская, всячески как бы не принимается во внимание или оценивается как бы негативно окружающим миром, и это передается детям. И в 99-м году мы очень интенсивно занялись проблемами двуязычия детей. То есть в каких условиях растут наши дети и какую роль вот в этом двуязычии играет русский язык. Мы сделали очень интересную конференцию в Берлине о двуязычном воспитании, на которую пригласили огромное количество родителей иностранцев, не русских, а родители турок, испанцев, поляков, арабов, родители, которые более 30 лет уже жили в Берлине. И у этих родителей мы спросили, как они оценивают свой родительский опыт. И эти родители нам сказали, что одно из самых важнейших аспектов – это родной язык детей. И в 2000 году было принято решение открыть в столице двуязычный детсад, где дети с 2 лет могли бы учиться разговаривать на двух языках – немецком и русском. Активисты Митры долго изучали опыт организации обучения детей русскому языку. Они побывали в Америке, Израиле и Финляндии. И опыт Финляндии показался им самым удачным. В Хельсинки их пригласили в финско-русский детский сад «Калинка». И они поняли, это именно то, что нужно. А нужно им было, повторю, сохранить у детей из русскоговорящих семей русский язык. И через 2 года в Берлине открылся первый немецко-русский детский сад «Умка». Принять он мог 65 малышей, но желающих отдать своих детей в «Умку» оказалось намного больше. Это подтвердило. Общество «Митра» сделало правильный выбор. «Митра» идет по правильному пути. И время подтверждало это еще не раз. У меня ребенок поздно заговорил. Ну, просто поздно заговорил, как бы. И, безусловно, для меня была задача номер один, чтобы ребенок заговорил на родном языке. Родным языком, ну, для себя, по крайней мере, я считаю русский язык. И, то есть, возможно, у него он будет немецким, но у меня родители остались в Москве, и мы каждый год, естественно, общаемся. И, то есть, вот для меня была главная задача сохранение языка ребенка, потому что у нас бабушки и дедушки находятся в Москве. Вот, чтобы он мог нормально... Ну и вообще, я считаю, что в любом случае как бы знание одного, двух, трех языков еще никому не помешало. А в чисто немецкий детский сад не хотели отдать? В этом случае я бы потеряла для ребенка русский язык. То есть это уже проверенный как бы случай. То есть у меня очень много приятелей, которые уже отдавали детей в немецкий детский садик. То есть ребенок очень хорошо говорит по-немецки, но при этом он может понимать русский язык, но не говорить на нем. Или не говорить в достаточной степени, в той, в которой бы мне хотелось. Вот, к нашему счастью, скажем, открылся вот этот детский сад буквально вот в то время, когда нужно было идти в детский садик нам. Прошло еще 3 года, и опыт детского сада «Умка» положительно оценил Сенат Берлина и выделил средства на открытие еще 2 таких детских дошкольных учреждений и выделил немалые деньги на их содержание. По всей видимости, власти не заинтересованы в ассимиляции иммигрантов. Об ассимиляции уже давно никто в Германии не говорит. В Германии актуально ведется сейчас очень развернутая дискуссия об интеграции. В Германии, как в стране, уже давно убедились, что призывать людей к ассимиляции – это ошибочная позиция. И в Германии сейчас наблюдается просто бум возникновения двуязычных детских учреждений. Я играю на дорожке.
И вот вам цифры. Если 6 лет назад в Берлине было 6 таких детских садов, то сегодня их уже больше 60. Немецко-турецкий, немецко-польский, немецко-французский, немецко-английский, немецко-испанский, немецко-русский. Каждая группа имеет 2 воспитателей. Один воспитатель немец и говорит только на немецком языке с детьми, другой воспитатель русскоговорящий, говорит только на русском языке. То есть дети все время, на протяжении всего дня, будь то занятие, будь то игра, будь то еда, все что угодно, они слышат постоянно 2 языка. Речь идет о том, что немецкие политики восприняли последние исследования науки, которые доказывают, что любой последующий иностранный язык ребенок успешно выучит только в том случае, если у него будет хороший родной язык, хороший, разнообразный, грамотный родной язык. То мы только говорим по-русски. То есть это тоже немножечко, окей, я могу как бы общаться на немецком языке, но я считаю, что мы не являемся носителями этого языка, и ребенок, ну, я, наше мнение, что мы как бы не должны ему с ним разговаривать на немецком языке. То есть он не должен слышать абсолютно чистую немецкую речь. И мы рекомендуем родителям ни в коем случае не говорить на ломаном немецком языке и не форсировать овладение немецким языком, а говорить с ребенком дома на хорошем русском языке, если эта семья полностью русскоязычная. Конечно, у нас в детском садике есть дети, которые происходят из бинациональных семей, где мама или папа является немцем, то есть немцем по рождению вот в Германии. И таким семьям, конечно, мы рекомендуем, чтобы один из родителей говорил с ребенком только на немецком языке, другой родитель только на русском языке. Специально для нас малыши спели гимн своего детского сада. «А что такое гимн?» – спросили мы у них. И услышали в ответ. «Это важная песня, когда встают». Эстел, и моя фамилия Смыслов. Сколько тебе лет, Эстел? 6. Эстер, скажи, пожалуйста, ты давно живешь в Германии? Да. Ты родилась здесь? Угу. Вот подрастут воспитанники Умки, и каким образом далее смогут поддерживать русский язык? Есть 2 варианта, пояснили нам. Вариант первый. Учеба в так называемой европейской школе, где дети с 1 класса учат русский язык. В Берлине 2 таких школы. И у нас очень тесный контакт с этими школами. И они нас хорошо знают, потому что мы были первым детским садом в Берлине, который предложил эту же комбинацию языковую, немецко-русскую. И они дают очень высокую оценку детям, которые приходят из нашего детского сада. Вариант второй. О нем нам рассказала мама маленького Симона Порецки. Кстати, для родных он просто Сеня. Ну, в любом случае, как бы я буду продолжать занятия, частные занятия с ним русского языка. То есть у нас есть русский дом, где есть прекрасные, как бы, ну, не знаю, студии, кружки именно по поддержанию русского языка у детей, которые здесь находятся. То есть я тоже знаю такие примеры и. Родители плюс абсолютно домашний довольны. Язык русский. Да, это как бы такой момент, что мы говорим по-русски. Чебураста, падая два няхста, витричу лапу, лапу подает. Эстер, на каких языках ты умеешь говорить? На немецком,
и чуть-чуть на еврейском. А сейчас ты на каком языке со мной говоришь? На русском. Какой язык ты знаешь лучше всего? Русский. Тебе нравится этот язык? Угу. А у тебя дома на каком языке говорят? На русском. Мы тем, что мы предлагаем детям хороший, грамотный русский язык, элементы русской культуры, русского языка, русского детства, мы таким образом предлагаем детям, мы расширяем их жизненный горизонт, мы расширяем их жизненную перспективу, потому что мы говорим, что русский язык – это иностранный язык в Германии, и дети, они уже не будут жить в Германии, скажем так, 45-го года или даже 89-го года. Дети живут в Германии 21-го столетия. Это страна, европейская страна, это страна, находящаяся тоже в центре всех процессов глобализации в Европе. То есть на современном этапе политического развития, я думаю, что минимальное количество языков, которым должен владеть человек, 2-3 языка, 4 языка. Только так человек может чувствовать себя свободно и хорошо, полноправно в мире. Да? И поэтому то, что мы предлагаем детям уже с самого раннего возраста, русский язык, в полном его объеме, с подготовкой тоже к письменной русской культуре, да, то есть к письменному русскому языку, к чтению, к письму на русском языке. Я думаю, что это дополнительный шанс для развития детей, жизни вот в этом новом мире 21 века. «А кем, по-вашему, вырастут ваши дети?» – спросила я своих собеседниц. Каким будет их менталитет? Русским, немецким? Исходя из опыта и все, что я вижу вокруг нас, происходящее в нашем кругу общения, я думаю, что дети, скорее всего, станут больше немцами, нежели чем русскими. И моя задача, задача максимум, это сохранить у сына русский язык, сказала мама Симона Сени. Я лично считаю, что эту проблему каждый человек и каждая семья решает сама для себя. Потому что и я не могу, в принципе, решать за своих детей, кем они себя будут ощущать, да? Какая культура для них будет ближе. А у Марины Прониной два сына. Младший родился 9 лет назад в Берлине, а старшему скоро 20. Его родина – Россия. Сегодня старший с интересом смотрит документальные фильмы на русском языке, спектакли российских драмтеатров, что приезжают в Германию на гастроли. Он любит Достоевского, правда, читал его на немецком языке. Был период, когда мне нужно было бороться со старшим сыном, когда он переходил на немецкий язык и вообще отказывался от всего русского, от русских пластинок, от русских сказок, от русских книг. Это был период где-то в начале второго класса, и очень много мне усилий стоило, чтобы его убедить говорить все-таки по-русски, читать по-русски, писать по-русски, за что он мне сейчас очень благодарен, он мне это неоднократно говорил. Понятие «дом», «родной дом», с чем ассоциируется оно у Марины Прониной сегодня, после стольких лет эмиграции? Для меня дом там, где моя семья, и моя семья сейчас находится здесь. И у меня в Ростове есть друзья, много друзей, друзья детства, друзья по учебе, по студенческим годам. У меня в Ростове живет отец, мама у меня давно умерла. Но для меня очень важно не мое прошлое, очень важно настоящее и будущее. Я не могу сказать, что я связываю, например, свою жизнь и судьбу своих детей только с Германией. Это не так. Но я еще раз говорю, что я воспитываю детей гражданами Европы. То есть я воспитываю детей открытыми для различных культур. Я воспитываю детей с тем, чтобы они знали разные языки и испытывали уважение к различным культурам, но в то же время знали свои корни, знали, кто они.
это для меня очень важно. Ты кем хочешь быть, когда вырастешь? На пианино играть. Ты хочешь быть музыкантом, пианисткой? И хочешь выступать на сцене? У тебя получается хорошо? А накануне вечера мы побывали на праздничном концерте в Российском доме науки и культуры. На сцену один за другим выходили солисты Московского центра оперного пения. Открыла этот центр в российской столице замечательная певица Галина Вишневская. Она и привезла в Берлин своих учеников. Этот концерт – ее подарок соотечественникам, живущим в Берлине. Это ведь они заполнили до отказа зал и подолгу аплодировали молодым певцам. Чайковский, Варламов, Глинка, Алябьев, Курилев – бессмертная русская классика, часть великой русской культуры. Именно на ней были воспитаны люди, сидящие в этом зале. И для них концерт – словно свидание с Родиной. А в антракте мы встретились за кулисами с Галиной Вишневской. Мы говорили об эмиграции. Галина Павловна хорошо знает, что это такое. Вот я, например, не могла бы жить вот всю жизнь вне дома. Если я имею возможность жить дома, то я хочу жить там, у себя. В свое время я уехала в 1974 году, а вынуждена была с мужем. Мы вынуждены были покинуть Россию. Мы там не давали работать просто Ростроповичу. Ну, это моя история, в общем, довольно известная, да. Да. Но как только появилась возможность, моя потребность быть среди своего народа, моя культура, мой язык. Я организовала там школу вот для пения вот это, то, что вы видели сегодня. Но это мой выбор, а другой, может быть, этого не хочет, и он тоже имеет право на это. Галина Павловна, ваши дети русский язык, я уверена, знают, а внуки? Внуки с большим акцентом говорят, и с этим ничего я не могу поделать, и не пытаюсь бороться уже с этим. Они живут в другой среде, у них другие друзья, они среди иностранцев все время. Дома отцы не русские. Так что это такое положение, что же делать? Иммиграция это совсем непросто, совсем непросто. Великая певица, мудрый человек, за плечами которого нелегкая жизнь, она, конечно же, права. Эмиграция по силам не каждому. И тот, кто не сломался в новой жизни, сумел стать своим в чужом обществе и занял в нем достойное место, сохранив при этом свое национальное самосознание, достоин уважения. И бесспорно, глубокого уважения заслуживают и наши герои, живущие в Германии. Я надеюсь, вы с нами согласны.